Как обычно, перед тем, как начать, хотелось бы вам продемонстрировать свой промокод Yoken40. Check this out. Данный промокод не имеет никакого лимита при использовании, а также ограничений. Вы можете юзать любую сумму, например, 1000 рублей, он даст вам 350. 10 тысяч, 3500 рублей вы имеете уже на балансе. Ну, либо если вы сын миллионера, либо сын маминой подруги, юзаете этот промокод и закидываете 1 000 000 рублей. Сами понимаете, это 350 тысяч рублей вы имеете уже на своем балансе. Поэтому все ссылки на сам сайт, а также промокод будут закреплены в комментарии под данным видеороликом. Ну, а... мы начинаем. Бам! What's up, дорогие друзья, меня зовут Yoken. Сегодня мы снова открываем кейсы на MyCSGO. Любимейший сайт, где мы всегда поднимаем любимые всеми скинчики, ножички, перчаточки и все остальное. Сегодня у нас будет необычное открытие, потому что сегодня я позвал очень интересного тайного гостя. Какого именно, вы, конечно же, узнаете во время ролика, ну а перед этим хотел бы напомнить вам про свой промокод. Всем what's up, дорогие друзья, меня зовут Yoken, и сегодня мы, как обычно, находимся на сайте MyCSGO. Сегодня у нас баланс 16 161 рубль и копеечки, 45 копеек у нас сегодня на счету. И, конечно же, как в начале уже говорил, сегодня у меня есть тайный гость, и, конечно же, это мой подписчик. Я позвал одного подписчика для того, чтобы он выбирал любой кейс, который есть на данном сайте, и все, что он выбьет, по его желанию он забирает себе в инвентарь. Поэтому данную рубрику я решил назвать «Прокачка инвентаря». Прокачиваем инвентарь любого подписчика, которого мы выберем рандомным образом. Поэтому тебя мы тоже можем выбрать. Ну, как обычно, можем subscribe on my channel and like this video. It now. И также хотел бы вам сказать, что данный гость это не мужчина, это женщина. Кто бы мог подумать, что женщина так еще и пришла ко мне на видеорекординг, будет сегодня манипулировать нашим балансом и будет выбивать себе прекрасные скинчики. Прямо сейчас ты выбираешь любой кейс, который есть на сайте MyCSGO. На свое усмотрение можешь просто тыкнуть в экран, по крайней мере, либо даже название его сказать. И сегодня мы будем его открывать. Также не забывай, что баланс у нас 16 тысяч рублей. Поэтому, в принципе, можно даже раскошелиться, пооткрывать что-то за 1003, за 1002, за 1500. Ну или же можно какие-то майнинг-кейсы пооткрывать по 10 штук, по 5. Поэтому решай сама. Кейсов тут очень много. Так, поэтому прямо сейчас можешь манипулировать моими действиями, говорить, что мне открывать. Меня интересуют кейсы в основном оружейные. Можно кейсы с авиком, можно еще будет с калашом. Кейсы с авиком как раз 570 рублей. Тут можно калаш, но он 1140. Также, кстати, когда ты будешь открывать кейс, тут есть количество, тут от 1 до 10 штук. Поэтому ты можешь говорить, и понятное дело, чем больше мы открываем кейсов, понятное дело, и цена будет в разы больше. Ну, давай тогда 3 на авик. Окей, 3 на авик, быстро или медленно? Да, медленно. Когда медленно, обычно дропается больше. Ну, на самом-то деле, такого я не особо замечал, но в прошлом выпуске, кто видел, кто нет, сами помните, как нам навалило очень много перчаток, целых 2 штуки. Но в данный момент у нас 3 скина, что мы с ними делаем? Мы их оставляем или же продаем и открываем дальше? Ну, я думаю, можно оставить, а потом уже под конец можно будет решить, что оставляем, что продаем. Окей, хорошо, какой следующий? АВП продолжаем или можем пойти сразу на калаш открывать? На калаш. Окей, калаш. 4 штучки, да. 4 штуки калаша. Окей, смотри, также мы еще бонусы фармим, поэтому также можно будет в конце попробовать открыть бонусный кейс, но это будет только по твоему желанию. Поэтому 4 раза 4560 рублей. Ты уверена, что ты хочешь потратить сразу же эти деньги, так как у нас, ну, только 6 минут записи, и сама понимаешь, что нам нужно экономить баланс для того, чтобы, ну, сэкономить и выбить побольше скинов тебе. Ну, я хочу сначала такие, потом можно маленькие. Окей, поэтому, да. Окей, 4560 рублей он стоит. Не знаю, на самом деле, что конкретно тебе сейчас дропнется, даже не могу поверить, что тебе дропается, кстати, не самый хороший и не самый плохой дроп. Мы не окупились, но калаш аквамариновая месть достаточно красивый скинчик. Поэтому предлагаю, что мы с этим будем делать, оставляем или же продаем и открываем что-то другое. Аквамариновая месть оставляем, а остальные мы продадим, потому что они у меня есть. Уверена? Скин на самом деле неплохой, можешь даже себе его оставить. Нет, оставляем. Оставляем, 2 оставляем. Да. Окей, окей. Давай, с какой следующий кейс у нас будет по счету? Так, оружейный больше не хочу. Я хочу какой-нибудь другой, ну, классненький. Ой, на юспик. Принц стрим, вот это? Или... Тут есть, конечно, обычный юсп, есть принстрим, выбирай один из 2. У них цена особо не разнится, поэтому принстрим.
Окей, сколько раз? Тут, посмотри, кроме того, что выпадает и Юсп, конечно, тут есть и ножи, тут есть Эмка, и Калаш, Азимов, и Глоки. Много разных скинов, поэтому решать тебе. Если ты хочешь только Юсп, мы можем вернуться к Юсп. Не, ну можем 3 штучки открыть. Окей, 3 штуки, 426 рублей. Мы открывали, по-моему, немножко дороже, поэтому, по-моему, это выглядит, ну, как-то скупо. Можно попробовать даже больше, там, 5 раз, можно 10, 1400 будет. Ой, тогда лучше 10. Окей, 1400 рублей. И сама понимаю, что если нам дропнется нож, это будет фул занос, потому что 8000 рублей за ножи, это, конечно же, жирно. Но на самом-то деле, из того, что тебе дропнулось, тут самое адекватное, это, наверное, калаш, хотя мы окупились. Мы, по-моему, окупились, не помню, сколько открытие стоило, но мы даже, по-моему, в плюсе. А, 1400 там с чем-то. Предлагаю, мы можем продать, или же мы можем для контента, мы можем закинуть в контракт и попробовать выбить тебе что-то больше, чем 1430 рублей. Но это только на твой страх и риск. Контракт, давай. Да? Окей, давай контракт. У нас 10 прекраснейших пушек, ну, кроме, наверное, P90, каких-то беретов. Может выпасть на 5000, может выпасть на 350. То есть тут уже зависит только от тебя. Как ты думаешь, будем рисковать или нет? Да, кто не рискует, тот не пьет. Окей, окей, без проблем. 1430 рублей превращается в 558 рублей. Ну, 1000 рублей средний, минус. Средний. Это даже не среднее, это прям ужас. Из того, что у тебя есть на данный момент, это у тебя 3936 рублей. На самом-то деле, я бы мог тебе подсказать, это пойти пооткрывать майнинг-кейсы. Майнинг-кейсы в основном могут дропнуть тебе нереально классный и очень дорогой скинчик. Поэтому тут можно даже выбрать какой-то определенно хороший. Можем даже чип-найф, либо чип-глоус, доплер, майнинг, винтер. Решать только тебе. Давай, наверное, винтер. Винтер-майнинг? Да. Сколько раз? Не знаю, давай 5. 5 раз? Окей, да, давай 5 раз. Мы сейчас разные просто пройдемся. Окей, ты по 5 хочешь разные кейсы пооткрывать, и тем более, чтобы что-то выпало, верно? Ну, надеюсь, что что-то выпадет. Но в данную секунду, как ты видишь, выпало, ну, точно, по-моему, не на 5000. Это самое мое любимое. Все, я не хочу больше этот кейс. Окей, поехали следующий. Выбирай. Тут, ой, секундочку. Много кейсов. И чипнайф, глоуэс. То есть тут только перчатки, тут ножи. Есть доплер майнинг, тут тоже может выпасть очень приятно. Давай ножи попробуем. Чипнайф? Да. Окей, сколько раз? 5, так же. 5 раз, окей. Предлагаю 5 раз, 380 рублей. На самом деле 5 раз открывать, ну, это довольно-таки мало, для, особенно когда это майнинг кейс, всегда предпочтительнее будет открывать по 10. С учетом того, что у нас есть 7000 рублей, можно попробовать открыть 10. Но это как ты уже захочешь, поэтому решать только тебе. Давай еще. Последний еще. Раз. Быстро или медленно? Давай быстро, наверное. Окей, открываем быстро. И... К сожалению, нож, к сожалению, даже не дропнулся. Я уже рассчитывал, что, возможно, что-то и будет. Поэтому переходим, наверное, к next кейсу. Только выбирай, какой тебе будет по нраву. Я не знаю даже, какой. Давай фиолетовый какой-нибудь. Ну, тут сколько? 1, 2, 3, 4 фиолетовых. Любой, какой тебе нравится. Окей. На самом деле, давай неон райдер майнинг. Сколько раз? 5, 10? Но тут какие-то не очень. Ну смотри, тут есть и калаш за двушку, и МАК-10, неоновый гонщик, 460 рублей, по-моему, неплохо. Давай. Сколько, 10? Да. Окей, быстро, медленно? Конечно, быстро, все, медленно. Окей, очень не будет. Давай, быстро, и пока что не очень. Ну, тут 120 рублей, 123 рубля. Как думаешь, может еще продолжим? Давай, давай. Окей. Давай попробуем выбить, если, конечно же, мы не выбьем с этого. Ну, давай хотя бы 5 раз. Можем перейти к какому-то другому кейсу, который ты выберешь. Вот, пожалуйста, 2 МАК-10 неоновый гонщик. Нет, все продаем, ну, один оставляем. Один оставляешь? Конечно. Окей, хорошо. Мы это оставляем. Повторить. Продолжаем тут открывать или переходим к какому-то другому? Нет, мы пойдем к другому, и все равно меня терзает вот эта вот штучка с ножами, поэтому я хочу ножи. Вообще, любой кейс можешь выбирать на ножи, можешь этот можешь катать. Ну, хорошо, давай попробуем фейд майнинг. Сколько? Можно 10 раз, 10. Можно 5. 10 раз, хорошо. Все, да, давай ножи. Медленно попробуем. Вдруг мы выбьем за 200 тысяч рублей нож-бабочку градиент. Это будет, наверное, самая лучшая прокачка инвентаря, которая когда-либо вообще была. По крайней мере, она даже первая. Поэтому next открываем, или же все-таки мы продолжаем другие открывать. Next.
Все, хорошо. Тут я открыл быстро. Попробуем все-таки выбить. Можно еще раз, либо можно уйти, да, потому что... Да, и конечно, еще окей, давай. Окей, открываем быстро и... К сожалению, тут, ну, ни градиентом, ничем вообще не пахнет. Ну, тут решать тебе, что либо ты хочешь открыть. Нож. Хорошо. Чипнайф? 10 раз. Окей, открываем быстро. Я думаю, можно баланс даже подслить и оставить какую-то мизерную часть. Тоже открываем быстро? Окей. Я думаю, в принципе, может даже дропнуться какой-то хороший ножик. На самом деле, не прям хороший, но 1000 за 8... Я гарантирую, что возможно оно и выпадет. Но это, конечно, не факт. Предлагаю еще раз открыть, и тут у нас остается 1600 рублей. Тут уже нужно смотреть. Либо мы продадим все и фул будем открывать чип Knife Mining, либо мы до конца сейчас добиваем, и все, что там нам выпадало, это ты забираешь. Либо будем топить только до ножа. Очень хочу оставить калаш. Не знаю. То есть мы... То есть получается чип Knife Mining мы продолжаем до конца сейчас открывать. Два раза нам хватит. Да. Окей. Два раза последних, быстро один раз откроем, и это нож за 8000 рублей. Класс. Не, можно продать и попробовать открыть еще какое-то. Окей, мы оставляем. Предлагаем еще один раз открыть, вдруг выпадет нож, или же можно какой-то другой. Я думаю, можно уже другой, потому что цель достигнута. Можно чип-гловый с майнинг, либо доплер майнинг открыть. Давай доплер. Доплер, окей. Сколько раз? Нам хватает на 10. Ну, значит 10. Окей. Открываем медленно 10 раз. Может выпасть на 50, на 80 тысяч, на 38 тысяч, либо на 16. Но, по-моему, тут ни одна... Вообще ничего себе не дропнулось из того, что хотелось бы. Но нам, по-моему, хватает на один. Можно последний раз открыть. Давай последний. Вдруг выпадет что-то за 50 тысяч. Это сразу, я думаю, ну, нужно будет забирать. Но оно даже не докатывается. АК-47 сетка. Пожалуй, даже это оставлять мы не будем. Поэтому переходим. Конечно. Наш изначальный баланс был сколько? По-моему, 16 тысяч рублей. Да. У нас на 13487. Мы не ушли в какой-то прям супер плюс, но и в минус мы, ну, на 3000 ушли. Есть вариант это все продать, либо же все-таки ты заберешь все и с ножичком спокойненько ты уйдешь и заберешь все, что у тебя было. Я хочу забрать только калаш, формилку и нож. Остальное мне вообще ничего не надо. Ну, это понятное дело, потому что я думаю, тебе столько вообще не нужно. Окей, все это ты забираешь, поэтому, в принципе, инвентарь у тебя будет как минимум теперь получше, чем обычно, потому что без ножа бегать, ну, такое себе. И, конечно же, всем я напоминаю о том, что сам промокод Yoken40, который дает 35% депозиту, будет закреплен в комментарии под видео. Ну и также сама ссылка на сайт тоже закреплена в комментарии под этим видео. Видеорекордингом. Ну и поэтому всем спасибо, всем пока и чек десал.